Французский банк Société Générale опроверг информацию о том, что его менеджеры были в курсе действий бывшего трейдера Жерома Кервьеля, осужденного за мошенничество 5 лет назад. Ранее французский сайт Mediapart, ссылаясь на свои источники, сообщил, что сотрудник полиции, расследовавший дело, дал показания в суде и подтвердил, начальники Кервьеля не могли не знать о махинациях трейдера, которые в итоге нанесли банку ущерб в почти 5 миллиардов евро. Жером Кервьель был приговорен к 3 годам тюрьмы и 2 годам лишения свободы условно, но прошлой осенью его освободили досрочно, предписав носить электронный браслет. Высший апелляционный суд Франции принял к рассмотрению иск в обжаловании того, что трейдер несет полную ответственность за столь масштабные махинации. Новый процесс по этому делу планируется начать в Версале в начале будущего года.